Россию на конкурсе Евровидения 2020 представит группа Little Big из Санкт-Петербурга. Популярность этой группе принесла прежде всего песня «Скибиди», которая стала буквально мировой сенсацией. За неделю на Ютубе она набрала 23 миллиона просмотров. Сейчас же эта цифра превышает 350 миллионов просмотров. Узнаем у волгодонцев, знакомы ли они с творчеством данной группы, как оценивают шансы на победу Little Big и знают ли их песни. А мне казалось, там Чумаков, по-моему, ой, не Чумаков, а Панайотов, казалось, будет представлять. Мы за них, я этого долго ждал, лично я. Я всегда, да, болел, я хотел, чтобы они поехали, очень давно хотел. Все творчество их знаем. Не отрицательно и не положительно. Ну, я знаю их песни, они как бы интересные, классные, но на постоянке я бы их не слушал. Нейтральное отношение к ним. Достойные представители, то я считаю. Вы считаете, да. Что, да. Но они достаточно популярны в нашей стране и поют песни, связанные как бы по много части вот с нашей страной. Очень, ну, про нас, про Россию. Как бы это будет правильно. Да, знаю, конечно. Мне нравится эта группа. Считаю, что они победят без шансов. Просто разнесут всех. То есть надо болеть за наших, да, ребят. Ага. Little Big. Шансы всегда есть. Шансы всегда есть. А там все зависит, как выступят. Танец знаете? Забыла уже. Раньше танцевали с девочками.